кредиты, долги. Это так ужасно звучит. Но все это наш выбор. Но вы можете перевыбрать. Перевыбрать и стать свободным. Больше информации про то, как же выбраться из долгового рабства, вы найдете в моей бесплатной базе знаний в шапке профиля. А сейчас я дам вам практику. Первое, что вы должны сделать, если вы хотите вырваться из кредитного рабства, у вас должно быть столько целей, чтобы ваши кредиты были просто капелькой в море. Почему это так важно? Наш мозг любит зарабатывать деньги только для себя и для удовольствия. И если же вы зарабатываете деньги для того, чтобы отдать долги, поверьте мне, ваш мозг это саботирует. Поэтому пишите каждый день по полчаса цели. Это будет трудно, мы не привыкли к этому. Но уже через 2 месяца вы увидите эффект. Ваша жизнь начнет становиться другой. А больше информации и о том, как раскачать свой денежный поток, открыть его, вы найдете в моей бесплатной базе знаний. Подписывайтесь и переходите в шапку профиля.